Красивым мехом считается промысловыми животными. Раскатов грома. И даже самые теплые шубы не сможет согреть одинокую душу. Лодки, морские охотники, штурманы дальних океанских переходов и похитители плохого настроения. Встречайте, пожалуйста, улыбками нашу красавицу-брюнетку. Вот она, темпераментная Кэти. А вот любитель приключений, авантюрки ваших аплодисментов, Саня. А в центре умный, ласковый, нежный друг Том, а рядом с ним Вера Вадимченко. Как хорошо, дружным шагом и только вперед! С неба ногам прекрасной дамы, примадонны в центре внимания. А то вам нравится совершать рыцарские поступки, Вера. Он не только умом, он себе кольцо готов подарить. Скажите рыцарю спасибо. Нам пора показать себя с другой, общей стороны. Какие мы стройные, сильные. Я вам скажу, при свежем ветре играть нелегко, но ваши аплодисменты были сильнее ветра. Новые рекорды установлены, и можно выйти на поле по-настоящему, по-мужски, по-капитански. Когда выходит капитан, его сразу узнает весь зал. Том, вперед! Команды. Кэти, попробуй его переиграть. О чем-то задумался, на кого-то засмотрелся. Но Том тоже на кого-то смотрит. Давай, для милых дам, твое пиратское. Встречайте королеву хип-хопа! Что вы сегодня выбрали нас. И надеемся, это не случайно. Друзья, до новой встречи! Удачи вам, побольше! Опустив в воду загорелые ноги, дельфиненок
подплыл и тихонько коснулся носом детской ступни. И впервые в жизни, как мурашки по коже, на атласной спинке тёплой Полины, встречайте! Thank you.